Здравствуйте, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович, я врач-сомнолог и занимаюсь диагностикой и лечением расстройств сна. В нашем видеоблоге мы говорим о сне, о том, что такое сон, как лучше спать, физиология сна, гигиена сна и расстройство сна. Сейчас бы мне хотелось вам показать такую книжечку, я вот вам ее представлю. Она называется «Советы по здоровому сну». И здесь, собственно говоря, много, собственно, советов именно по здоровому сну. Я даже сейчас открою оглавление. Первый большой блок – это гигиена сна. Кровать, матрац, подушка, одеяло, постельное белье, атмосфера и в чем спать. То есть это все то, что необходимо человеку, чтобы просто улучшить гигиену сна. Ну и, соответственно, гигиену спальни. Ну и, может быть, здесь еще есть общепрофилактические мероприятия, о том, некие поведенческие методики, о том, как улучшить сон. Ну и кратко, естественно, очень, так сказать, большими штрихами описано, что сделать, если у вас возникла бессонница, что вы можете сделать сами еще до того, как придете к врачу. Здесь есть краткая информация о таком очень распространенном и опасном заболевании, как синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. И синдром беспокойных ног. Тоже такое, может быть, немножко смешной диагноз, да, синдром беспокойных ног, но тот, который вызывает тяжелейшие порой бессонницы. Еще раз хочу показать вам эту книжку. Вы можете зайти на мой сайт Бузунов.ру или на сайт litres.ru и там скачать ее всего за 50 рублей. Я думаю, это будет очень неплохая инвестиция в ваш качественный сон. Конечно, нужно будет что-то сделать самому, конечно, может быть, что-то нужно будет поправить в вашей спальне, но это стоит того, чтобы хорошо спать, высыпаться и чувствовать себя бодрым, отдохнувшим и веселым. Всего вам хорошего, спокойного сна, до свидания.